Вот такой вход на выставку. Это другие прелести. Естественно, все это на фоне небоскребов. Ну и вход на выставку, естественно, по красной дорожке. Ну как может быть иначе? Даже, я бы сказал, по розовой дорожке. Только вот она туда далеко-далеко простирается, прямо до метро. И прямо от метро эта розовая дорожка идет. Все розовые дорожки налево поворачивают. Верный путь направо меня привел именно к нашему стенду. В выставочном комплексе две зоны. Одна зона, где билет не нужен. Вот эта зона свободная. Сюда можно войти, не покупая билет. Здесь же кафе. Здесь же фонтаны. Можно посидеть, отдохнуть. Здесь же стенды почему-то. Но вход свободный. А вот там вход уже по пригласительным. Достаточно длинные павильоны. Это только в одну сторону. Они не широкие, но очень длинные. Такой вот зал длинный. А наш слева. А наш вот там. В другом длинном зале, в котором будет чемпионат мира проходить. Да-да, здесь, как в России, как в Мексике, как в Германии, будет свой чемпионат мира. Естественно, по ногтевому искусству, по нейл-дизайну, естественно, по макияжу, все как везде. Гели, лаки, кремы, шампуни, все что угодно, кроме ногтевых кистей. Вот наш стенд, он не очень большой, но зато прямо в Эмиратах.